Привет, рада снова вас видеть. Скажите, вы знали, что авианосец Арасаки стоит в порту Найт-Сити? Это Куджира, что значит кит. Видимо, Арасака решила, что в японских водах ему опасно. Того и гляди, местные китобои загарпунили бы в научных целях. Неплохая демонстрация силы. Интересно, чем ответит Милитех. Может быть, Майерс пролетит над штаб-квартирой Арасаки на ржавом ведре Б-17? О, кажется, это немного некорректно. Простите, где мои манеры? Президент Майерс, я хотела сказать, конечно.
никакой пользы!
связанного подозреваемого. Приказываю обнаружить себя. Don't.
Меня не спрятать!
Она там ходит! Thank you.
Ходи, циклон!
Эксперты уже подтвердили, что обнаруженный вирус может спровоцировать полный отказ киберимплантов, а в отдельных случаях даже смерть. В ответ на активизацию бандформирований, мэрия повысила уровень общественной опасности до красного. Жителям Ароя и Уотсона рекомендуется не покидать дома в ночное время и всегда иметь при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого распоряжения. Такова дальнейшая судьба Пасифики. То, что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище для кровожадных бандитов и наркоманов. Кантао недавно выразила интерес к приобретению недвижимости в Пасифике с целью организовать там серверный и логистический центр. Власти обсуждают возможность продажи земли за символическую цену в 1 евро-доллар, если корпорация Кантао продемонстрирует готовность заняться срочным тотальным искоренением местной преступности. Наш последний сюжет не обрадует любителей домашних питомцев. Налог на содержание псовых поднимется до 1000 евро-долларов в месяц на одну собаку. Вместе с этим штраф за владение неучтенным животным возрастет до 40 000 евро-долларов. Спасибо, что смотрите новости на 54-м канале. Удачного дня!
念仏を唱えるんだね。ママが探してるよ。
結果はあなたや。
мои, это ясное безоблачное небо. Но не верьте мне, идите и убедитесь сами. Let's
Thank you.